Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня снимаем видеообзор про необычную книжку. Называется «Многомерный человек». История такая. Один товарищ попросил оформить электронную версию книги в бумажную, потому что бумажную читать гораздо удобнее. Она не зависит ни от электричества, ни от местоположения. Можно взять ее с собой под мышку, в метро, в машину. Кто на чем передвигается, раскрыть на страничке и продолжить чтение. Это, конечно, преимущество. Ну, видимо, с планшета тоже, может быть, было неудобно, поэтому это обычная черно-белая страничка, без картинок, без иллюстраций, разбита на главы, звездочками отделена. Но восприятие с бумаги более живое. Ну, а мы демонстрируем качество сборки в данном обзоре. Вот специально раскрываю на середине, где сшиты странички. Странички сшиты по 5 тетрадок. Вот, если посмотреть, не разваливается. То есть это классическая сборка, самая надежная на сегодняшний день. Никаких скоб. Соответственно, информация о том, какие типы книг еще есть, идет стандартным добавлением к сборке. Видно, да? Клиент капитал, твердая обложка. Поэтому, если у кого-то есть желание оформить текстовое издание с компьютера, оформить в книгу бумажную, такие сборки тоже делаем. Спасибо за внимание.